Всем добрый день! Сегодня мы покажем и расскажем, как собирать ЛСТК на примере сборки стеновой панели жилого дома. Всем известно, что каждое строение состоит из стен, крыши, перекрытия и внутренних перегородок. Каждый элемент этого дома собирается из профиля ЛСТК путем скручивания метизной группой в построечных условиях. Для каждого индивидуального объекта разрабатывается комплект проектной документации, раздел КМД. В него входит поэтажные планы, сборочные чертежи, поэтажные планы с расположением каждого элемента дома, спецификации, узлы для сборки и так далее. Полный комплект информации. Комплект профилей на объект приходит в упаковках в запалеченном состоянии, значит, разной формы. Все профиля промаркированы, имеют габаритные размеры на указанной маркировке, ширину, высоту полки профиля и толщину. Для сборки стеновой панели или любого другого элемента мы используем нужные профиля путем вскрытия пачек и извлекаем из них нужного нам размера профиля. Необходимую информацию для того, какие профиля нам понадобятся, мы берем в проектной документации, которая прилагается к комплекту. Подготовив нужное количество профилей нужных размеров, мы можем приступить к сборке самой панели. Для этого нам понадобится метизная группа компании «Гарпун» и шуруповерты. Значит, стеновая панель собирается из профилей. Это вот у нас направляющий профиль, это у нас стоечный профиль. Они имеют немного отличную форму. Так, теперь так, берем. В первую очередь мы собираем наружный контур стеновой панели. В данном случае мы проверяем диагональ стеновой панели для того, чтобы она у нас не получилась в форме ромба, а была строго квадратной формы по заданным размерам. Диагональ проверена. Теперь можно закрепить оставшуюся группу саморезов на этой стороне панели. После того, как мы собрали направляющие и стоечные профиля, проверили диагонали, скрепили их нужным количеством саморезов, мы приступаем к установке горизонтальных связей. Они представлены в виде профиля, направляющего профиля 200-го, 40-й полкой, толщина 0,8. Сейчас мы их будем устанавливать на проектный размер, на проектное место. После того, как стеновая панель собрана в укрупненном виде на одной стороне, то есть поставлены направляющие профиля, стеновые профиля, стоечные профиля, горизонтальные связи, теперь можно эту панель перевернуть на противообратную сторону и закончить процесс сборки. Панель имеет достаточно небольшой вес, поэтому два человека могут вполне спокойно ее перевернуть и закончить ее сборку. Процесс укрупненной сборки стеновой панели закончен. Справились два человека за короткий период времени. Выполнено в проектном размере. Остальные стеновые панели уже собраны нами ранее. Следующим этапом будет монтаж стен дома.
Если у вас возникают какие-то вопросы по сборкам конструкции ЛСТК, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим.